купить дом у моря, дружить с соседями и вместе интересно проводить вечера. Скажете, что такое бывает только в мечтах? А вот и нет. В компании «Стройгарант Анапа» самым активным подписчикам подарили билеты на концерт Клары Новиковой. Народная артистка России, юмористка, певица, телеведущая. Женщина, которая своим талантом покорила сердца миллионов людей. Ее монологи отличаются тонким юмором и аристократичностью. Они продуманы и легки. Во многих шутках мы видим образы своих знакомых, соседей, да и самих себя. В Сочи мы снимали юморину, которую снимают каждый год, вот уже много лет. Она раньше юморина называлась «Юрмалина» и была в Юрмале, но потом все благополучно перенеслось в Сочи. И каждый год в сентябре все юмористы собираются, артисты этого жанра, собираются в Сочи, чтобы снимать на целый год программу. Это нервная ситуация, потому что, вы же понимаете, коллеги собираются вместе, террариум единомышленников. Вот. Она мастер юмора, да и импровизация ей дается очень легко. Мне нравится, как публика заходит, уже опоздала, идут так, будто их не видят. После концерта Клара Борисовна с удовольствием приняла участие в фотосессии с клиентами компании «Стройгарант Анапа» и поделилась своими впечатлениями о публике. Я приехала после тех событий, которые происходили здесь. И я видела сегодня эти разрушения, я видела сегодня эту дорогу, которую смыло. Мне рассказывали о людях. Наши люди – это необыкновенные люди. И вот они сегодня смеялись. Я сегодня себя чувствую совершенно счастливым человеком, потому что начало концерта было достаточно напряженным. Люди долго выходили из этого своего состояния, и они вышли. И мне кажется, что я им помогла в какой-то степени. И мы нашли этот общий язык. И когда зал в конце встал, и эти белые розы, и там корзинка с фруктами. И я считаю, что сегодня мы и я, и зрители, и эти люди, которые мы вышли победителями. До конца года у нас запланировано еще много акций и конкурсов. Так что следите за новостями компании в социальных сетях и принимайте в них активное участие. До новых встреч!